Ребят, ну что, дохуя снега, да? Да. Чё, а вы что, круглосуточно хуярите, да? Пиздец, молодцы. А что, много это потребляет хуйня соляры? Много. Да? Ну сколько примерно? Вот на сутки, если смотря сколько машин, так 80 дают. Ну, если машин 10, где-то литров 100-110 надо будет. Жрает 100-110? На сутки. Стоит 110 литров? Да. Обалдеть. Ну, серьезная техника. Она же с нагрузкой работает. Понятно. И бывают вот такие вот, снег застывает, вот такие глыбы, он же... Разбивает их, да? Разбивает, грузишь его. А это все нагрузка на один двигатель? Да. И подъемная сила, и разбивная сила. И подъемная, разбивание. Все один, и передвижение, и все один двигатель? Да, один двигатель. МТЗ-82 двигатель. Да, а сколько лошадей у него? 82. 82 лошади вот у этой огромной штуки? Да, да ладно, отец. МТЗ-82, вот поэтому и называют его. Ничего себе. Белорусский двигатель. Да? Очень круто. Спасибо тебе большое. Удачи. Удачи вам. Поедем мы. Удачи. Счастливо. Глухо, тихо, черная полоса. Стал расчетливей из-за кризиса. Не ебу дочку богатого отца, заебца просто, когда в тепле два яйца. Глухо, тихо, черная полоса. Стал расчетливей из-за кризиса. Не ебу дочку богатого отца, заебца просто, когда в тепле два яйца. Как у нас тут с тобой видео записано в этом туннеле? Раз, два, три или как там? 5, 4, 3, 2, 1, да, и прям тут пиздец. Это зимний пиздец. И все, и такие понеслись, блядь. И прям через 100 метров где-нибудь разбились. Потому что гонять зимой нехуй. Зарубин, ты понимаешь? Нехуй гонять зимой. Да я-то не гоняю. Вот вообще, да, мы не гоняем. Мы наблюдаем. Зарубин прилетел, сел в машину к нам. И сразу, блин, не знаю. Сразу перед нами обнаружился смайл, да. Ну чё, бля, педрил, ёб, ты езжай на Z3. Вован, пошел, пошел. Вот, Саня, вот, КамАЗ вот. Тут идет. Ой, дебилы, ой, дебилы. Давай подожми, Давидыч, ну не серьезно, ёб. А нахуй нужен такой ужин, мы едем, бля, тихо, что ты, бля. Слушай, 500 рублей заплатил! Сиди, слушай, не пизди вообще! Везут золотую машину, ты охуел что ли, брат, слушай? Я вот вижу, Илюха тоже порядочный, человек спокойный, едет тихо. Ну чё, ну нахуй вот эти гонки, блядь. По снежной дороге, я понимаю, по сухому асфальту, ебать, 300, блядь. Но вот это чё? Это же отморозки настоящие. Я еду вот... Грузовик пропускаю. А, значит, Зарубина везем на смотру, чтобы он окончательно замерз и прилип к московским улицам и больше никогда не возвращался к себе на родину. Вот, Рому мы переманили, он сразу обратился в хромированный цвет. Вот, Зарубина тоже скоро обратит. Снимал здесь, блядь, в Москве у нас приехал, наснимал. Че это сделать? Во-первых, надо у него отобрать камеру. Во-вторых, он не понял, блядь, кто его продюсер. Ну, как бы вообще не понял. Он снимает, там рейтинги у него, блядь. А как бы люди реально. Ты получил чего-нибудь? Нет. Бля, я тоже ничего не получил. А
объяснять Зарубину, что мы должны получать, я считаю, это ниже своего достоинства. Он должен знать, что, блядь, есть пацаны в Москве, они его любят очень. И они должны получать. Они не получают. Я даже себе колеса нормальные на золотую купить не могу, потому что Зарубин, блядь, не присылает денег. Не уделяет внимания. Вообще, блядь, просто. Они там у себя в Красноярске вообще все. Представляешь, блядь, честно, берет и снимает, блядь, это все, блядь, на видео. Снимает эту всю хуйню на видео. И опять не пришлет. А нам вообще не страшно, потому что мы его сейчас закопаем. И ничего не пришлет опять. Да, и ничего не пришлет. Так что вот это видео вряд ли кто-нибудь когда-нибудь увидит, я думаю. Ну да. Ну Зарубин будет у себя там в гробу смотреть такой. О, не снимал, блядь. Нормально, да. Да, да, да. Хорошо. Зарубин, ты все снимаешь? Конечно. Пиздец. Тебя Ваня копить будет, он тебе в глаз камеру воткнет. Шоколадный причем, блядь. Не, ну, бля, ракурс не очень. А, ракурс, да, да, ему мужиком в ухо. Такой сбоку, вид сбоку. Без 24. Она простит тебя, ты скажи, что ты со мной. Половили меня. Я скажу, малыш, там в гараже золотую поклеили, вот всю ночь клеили, вот пойдем посмотрим. Она скажет, блядь, долбоеб, блядь. Я скажу, малыш, прости, прости. Она скажет, долбоеб, спать! И я все. Поссать, посрать, покурить, поиграть и все, и спать. Да, да, да. Поиграть, вот это. Поиграть, да, Call of Duty. Блядь, Вань, Вань! Вань, справа давай! Давай, давай, давай! Хуярь его с ножа, бля! Я же прошел компанию до конца. Знаешь, там пиздец какой-то. Спускаешься вот так с хуйни на веревке. Зарубин. Я спасу тебя от Вани. Вот тебе значок BMW карбоновый. Ваню покажешь, и он тебя отпустит.